Это нечестно. Мы должны сейчас быть там. Я больше никогда не вижу такой свадьбы. А здесь убьют Джоффри. Я не знаю, что такого вы сделали с Тирином Ланнистером, что Серсей захотелось наказать тебя. Но это не должно было отразиться на мне. Мне так жаль. Я и понятия не имела, что это случится. Но то, что Тирин Ланнистер сделал для меня, может спасти мою семью. Надеюсь, ты права, Мира. Правда. Ты просто не знаешь, как сильно Маргарет зла на тебя. Когда я одевал ее к свадьбе, она думала, кем тебя можно заменить. Вообще-то я не должна тебе рассказывать. Скажи, про кого она говорила? Зачем? Что ты собираешься с ними делать? Сэра? Это не важно. Это были просто имена. Все дело в тебе. Я знаю, что тебе сейчас тяжко. Помнится, не так давно я просила тебя помочь мне с Маргари. Что ты тогда сказала? Теперь ты знаешь, каково это. Смотреть на все со стороны. Но ведь мы подруги, Мира. Навсегда. Если тебе нужна моя помощь с Маргари, только попроси. Таким случаем мы вышли тебя из Королевской Гавани. Ты пытаешься раздуть из мухи слона, Сара. Но все будет в порядке. Мы с Маргари помиримся. Я никуда не денусь. Ради твоего же блага, Мира. Надеюсь, ты права. Смотрите, пирог. О, нет. Они разрезают пирог. Мы все пропустим. Эй. Я тебя знаю. Ты была в саду в ту ночь с Дэмиеном. До того, как он исчез. У меня есть тебе пара вопросов. Что вы там делали с ним? Мира? Don't think I don't know it was you. You've made a mistake. Вы обознали. Seven hells. Седьмое пекло. You there, girl. Эй, девушка, помоги мне. Мне нужно полотенце, чистая одежда, да что угодно, лорд Моргрин. Вам придется найти кого-то еще. Я с ней чисто, ты оглох. Думаешь, у тебя есть время свозиться с прислугой? Release her, or I'll Пусти ее, или я попрошу королевы Серсей найти тебе другую работу. Да, мы попали, походу. И Сэра какая-то подозрительная, очень подозрительная. Well, что ж, я испортил замечательную рубашку, чтобы помочь вам. Не нужно объяснять, что все это значит. У нас всех есть свои скелеты в шкафу. Это было любезно с вашей стороны. Я вам признателен. Конечно, я сделал это не только ради вашего блага. Тогда зачем? Возможно, я знал у вас родственную душу. Не каждая маленькая служанка смогла бы утащить сделку с короной по железностволу, уладить. Прямо у меня из-под носа. А нет, утащить. Считайте, что я впечатлен. Мои партнеры, боюсь сказать, раздражены свои чувства по этому поводу. Вы льстите мне, милорд. Я лишь сказал, что у вас есть потенциал, миледи. Ваша проблема в том, что вы по-прежнему рассуждаете как служанка. Вы ведь понимаете, зачем Тириан пошел на сделку с вами? Ведь он это делает не по доброте душевной. Я не дура. Я знаю, у него есть план. Что, я так понимаю, беспокоит вас. О, я не сомневаюсь, что это была его часть. Все-таки Тириан Ланнистер умнее многих. Но это правда. Ничего не поспоришь. Он привел вас в тронный зал, чтобы стравить нас с вами. Чтобы получать самый дешевый железноствол от вас. Он играет с вами. Как с игрушками. Вы думаете, мне важно, что он заплатит или почему выбрал меня? Моя семья в выигрыше. Это все, что меня волнует. И эта мелодия причина нашей беседы. Я помню, каково это быть новичком в этой игре. Тебе кажется, будто ты идешь ко дну. И тебя не покидает мысль, что никому нельзя доверять. Что вам нужно сильнее всего, так это союзник. Я мог бы стать им для вас, Леди Мира. Вам было бы интересно? И какие конкретные условия у этой сделки? Что получите с этого? Хороший вопрос. Что ж, буду откровенен. Обстоятельства уравняли нас.
Но а что, если мы станем работать вместе? Регулировать цену на железный ствол вместе? Мы могли бы стать очень-очень богатыми. Это мизинец номер два, походу. Или может мне вернуться к лорду Ладу Уайтхиллу, который оказался очень заинтересованным в... Джоффри, Джоффри, он задыхается. Он умер! Да! Свершилось чудо. Аллилуйя, помогите мальчику взять его. Взять Джоффри. Здоровье! Почему нам не показали этот момент? И лорд Тириан попался. Вот и все. Вся его помощь коту под хвост. О, нет, Джоффри, боюсь, что сейчас не лучшее время, чтобы быть как-то связан с Тирианом Ланнистером. Скажите мне, что получили от него договор перед свадьбой? О, нет. Он сказал, что договор ждет меня на его столе. Какая жалость. А ведь потенциал был немаленький. Я боюсь, что у вас нас больше нет шанса заключить союз. Поймите меня правильно. Вы можете помочь мне с этим? У меня есть свои дела, с которыми нужно разобраться. Но если он исчезнет, возможно, мы еще встретимся. You have a good head for business. У вас умная головка, леди Мира. It'd be terribly disappointing to see it on the end of a pike. Вот она и попала. Так тебе не войти. Том, седьмое пекло, что ты тут делаешь? Что ты задумала? Том, у меня неприятности. Внутри есть кое-что нужное мне. Если не заберу, это будет кошмар. Черт, твои неприятности могут стать и моими. Что же нам делать? И он полезет через окно. Есть идея. Терраса. Что? Я могу забраться на крышу и спрыгнуть на террасу. Вот только... Ну только что. Не знаю, Мира. Ради твоей вещи стоит рисковать жизнь. Том, мне очень нужна твоя помощь. Сама я не справлюсь. Просто будь осторожен. Жди здесь. Ты глазами моргнешь, как я буду у двери. И он убьется. Он убьется! Он убьется! Или не убьется? Или убьется? Убьется или не убьется? Оооо, ты что тут делаешь? Я служу леди Маргари, королеве Маргари. Она приказала ждать здесь. Верится почему-то с трудом. Не заставляй меня повторять вопрос. Проклятие. Эй, кто бы там ни был, я приказываю немедленно открыть дверь именем короля. Король умер, парень. Ты, стой здесь. Том, это я, скорее. О боги, чуть не попались. Я уж думал, что всему конец. Едва удержит. Том, нам нужно поторопиться. Я ищу бумагу, королевский указ. Что ж, вперед. Гвардеец Ланнистер в любой момент может вернуться с подмогой. Я посторожу за дверью. Том, ты сможешь. Just do it! История Северорожденных. У тебя нет на это времени. Да нет, на стол. Где? Где? Вот, посмотреть на стол. Он сказал, что бумага лежит на столе. Come on, Mira.
Ничего, только письмо от Тайвина Ланнистера. Очередное письмо? Сундук Тириана. Бумага должна быть там. Мне один нет, мне нужен другой ключ. Черт возьми, прячься. Я найду способ отвлечь их. И куда прятаться? Куда прятаться? Это самое хреновое место, куда ты могла спрятаться. Капец. Now that we've got the imp's keys, we can have a little look inside his lockboxes, eh? Ага, ну да, мы нашли ключи. Да помощь, пожар! Что за черт? Проклятие, бежим! Фух. Фух. Это ты сделал? Как? Поджег гобелен в коридоре, я выиграл для тебя минуту-две. Oh, спасибо тебе. Нашла бумагу? Думаю, она здесь. Должна быть. Давай же. Получилось. Это оно? О, хвала богам. Я нашла ее. Наконец-то. Бежим. Если я поймаю этого ублюдка, сверну ему к чертям шею. Мы почти на месте. Гвин Уайтхилл должно быть уже там. Это засада, парни. Что это? Да, это засада. Наш железноствол. Уайтхиллы. Видите, что они натворили? Мы заставим их заплатить. Всех до последнего. Так точно. Уайтхиллы должны ответить за это. И Гвин не исключение. Но сперва мы должны выяснить, что ей известно. Она будет там. Будьте внимательными, бдительны, милорд. Внимательны, бдительны. Хотя какая разница? Не должна быть причин, да. Она рискует, встречаясь со мной. Дай мне послушать, что она скажет, прежде чем судить ее о мотивах. Конечно, только осторожнее. Видите, что ее семья здесь натворила? Вот. Вам может пригодиться. Может, вы знаете друг друга с детства, но это может быть ловушкой. Осторожность не повредит. Идите, я постою с лошадьми. Давайте посмотрим на старый колодец. Это Игра престолов, здесь всегда на что-то нужно смотреть. Давайте даже на снаряжение лесорубов сначала посмотрим, а потом посмотрим на вот эту фигню, повозку Уайтхиллов, и только тогда уже в сам колодец. Чёртовы Уайтхиллы. Валят все, что не попадя. Неужели они ничего не знают о железностволе? Нафиг ты кинжал в руке держишь? Возьми, спрячь его куда-нибудь. Треснувшие балки, сломанные колеса, дрянная работа. Типичные Уайтхиллы. В колодце трупы. Да или нет? Этот колодец. Я помню, как прятался в нем, когда играл в Дев и Чудовищ с маленьким Неймандом и... Меган? Спрячь кинжал, придурок! Ой. До сих пор чуть запах опилок. Слышу лязг точильного камня. Это часть моего детства.
Давно это было. Возьми топор. Я вижу, ты не потерял свой воинственный строй. Это хорошо. Я бы не хотел иметь дело с кем-то неосторожным. Здравствуй, Гвин. Родрик. Ты видел работу моего отца, да? Это нельзя было не заметить. То же самое будет с каждой пяди твоих земель. Будь проклят, твой отец. Он опустошил эти земли, мои земли. Я за это еще отомщу. Я привел тебя, чтобы ты увидел, что происходит, так что не надо сыпать бессмысленными угрозами в сторону моего отца. Я пришла как друг. Неужели? Да. Я не была уверена, что ты вообще придешь. Мы рискуем встречаться вот так. Ты привела кого-то еще? Конечно же нет. Значит, мы одни. Никто не знает, что я здесь. Мне кажется, мы можем помочь друг другу. Но сперва я... Я слышала вести об Эшере. Он планирует вернуться в Железный Холм. Зачем он возвращается? Я ждала, что Эшер вернется, не при таких обстоятельствах. Откуда ты знаешь про моего брата? Отчасти поэтому я сюда и пришла. Но я должна быть уверена, что ты пришел для того же. Я хочу мира между нашими семьями. Хватит войн, хватит крови. Ты ведь тоже этого хочешь? Ты будешь работать со мной? Я хотел бы узнать цену прежде, чем соглашусь ее заплатить. Я не дурак. А похоже, что дурак. Ты явно не понимаешь. Мир — единственная надежда, которая есть у вашей семьи. Мой отец только ждет повода, чтобы напасть на вас. Как ты думаешь, зачем он прислал моего брата? Проблем не миноват. Мой отец камня на камне не оставит от вашего дома. Единственный выход — дать Грифу думать, будто он главный. Я знаю, что ты отказался целовать кольцо моего отца, но было целесообразно. Я не боюсь какого-то там недовольного четвертого сынка. А стоило бы, потому что это самый четвертый сынок сейчас очень находится у тебя дома. Милорд, группа всадников приближается с севера. Седьмое пекло. Стражники моего отца, наверное, следили за мной. Если они нас схватят, ты труп. Значит, нельзя тратить время. Давай закругляться. Мой отец планирует кое-что против твоей семьи. Я не в курсе своих деталей, но он заключил крупную сделку с кем-то в Королевской Гавани. Я переживаю за вас, Родрик. Какого черта замышляет твой отец? Клянусь, я не знаю, но как бы там ни было, он знает все ваши слабости, все ваши планы. Что? Как? Потому что среди твоего совета есть предатель. Тот, кто знает обо всех твоих делах. Мой отец гордится этим. Я слышал некоторые доклады. Нет, я не поверю, что кто-то из моих людей мог предать меня. Можешь верить, можешь нет, но у вас завелся предатель. Мы знаем, что ты собираешься спасать Риану, даже если придется оставить дом Грифа. Что? Стража моего отца близко. Мне нужно знать, что ты сделаешь то, чем я прошу. Обещай мне, что подчинишься Грифу. Но все зависит от того, как поведет себя Гриф. Ты надеешься на моего брата? Тогда ясно, что вы обрекли себя на бойню. Хватит уже убийств. Я надеюсь, ты все сделаешь правильно. Милорд, всадники почти настигли нас. Нам пора. Как я уже говорила, будь осторожен в своих действиях. И помню, я узнаю, если что-то пойдет не так. Так, у нас завелась крыса в совете. Милорд, я думаю, это он, Дункан. Похож очень на крысу. Уходим, Дункан.
Мама. Родрик. Родрик, посмотри, что стало с нашим домом. You were nowhere to be found. Ты куда-то уехал, а они... Они дикари. Where were you? Где ты был? We need you here. Ты нужен нам здесь. To hold this house together. I've uncovered some troubling news. До меня дошли тревожные новости. В чем дело? Лорд Уайтхилл замышляет против нас заговор. Я не знаю его планов, но боюсь их. И единственный способ остановить его — позволить Грифу взять власть над домом. Что? Ты правда позволишь ему управлять нашим домом? Гриф is already a torment. How much worse could it get? Mother, мама, я. I met with Gwyn. Я говорил с Гвин Уайтхилл. Что, прости? Она рассказала мне все это. I don't know how you can. Не знаю, как ты можешь доверять ей. Мне тоже это не нравится. Was this all? Это все? Или ты узнал что-то еще? You need to tell me. Ты должен рассказать мне. Enough with the mysteries, my son. Is it not bad enough for you already? А этих новостей тебе не хватило? У нас в доме обосновались солдаты, и это проблема. Но если ты не будешь откровенен со мной, станет только хуже. Ой, лорд Итан, вы будете делать... Нет, прошу, я просто жалкий мальчишка. Просто стой здесь, не попадайся им на глаза. Чего вы хотите? Живо выметайтесь отсюда! Все вы! Поглядите, это новый лорд! Сейчас его убьют. Ты как раз вовремя. Сейчас начнется самое интересное. Последнее издыхание лорда Итана. А может, ты сам хочешь сыграть роль малютки Итана? Так нельзя. Вы не можете. Мать убьют. Точно, убьют мать. Мы будем делать все, что захотим. К тому же мы не закончили. Вы должны остановиться. Хотите поиграть? Тогда дайте мне кинжал. Нет, нет, так не получится. Если ты не хочешь быть Итаном, тебе придется смотреть на все. Это со стороны. Я... Передавай привет своему отцу. Отлично, отлично. Блин, я не знаю, мне даже говорить ничего. Как по мне, он умер красивее настоящего Итана. А что насчет тебя? Хочешь быть следующим? Бесчестные люди хуже собак. Ну, давайте посмотрим, как убьют нас Родрик. Что? Вы сейчас же прекратите. Заканчивайте. Ты нарвался. Довольно. Гриф сам разберется с ним. А когда он закончит, то завладеет этим домом. А ты пожалеешь за содеянное. Уведите его отсюда, пока еще можешь. Уведи его отсюда, пока еще можешь. Родрик. Родрик, сейчас не время. Ой, короче, всех Форестеров перебьют, наверное, к концу. Вот она вся игра на этом и закончится.